город-герой Севастополь. Одним из самых стойких городов времен Великой Отечественной войны. По праву считается город-герой Севастополь, который выдержал ожесточенные атаки и осаду врага на протяжении 250 дней. Благодаря мужеству и непоколебимости стойкости защитников, Севастополь стал поистине народным городом-героем. Первые книги с употреблением такой характеристики появляются уже в 1941-42 годах. На официальном уровне Севастополь был назван городом-героем 1 мая 1945 года в приказе Верховного Главнокомандующего. А почетное звание «Город-герой» удостоился 8 мая 1965 года на основании указа Президиума Верховного Совета СССР. С 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года защитники города держали героическую оборону. За это время были предприняты 4 массовые атаки с целью взятия Севастополя, но, натолкнувшись на упорное сопротивление солдат, матросов и горожан, защищавших город, немецкое фашистское командование было вынуждено сменить тактику. Началась долгая осада с периодически вспыхивающими жестокими боями. После оставления города советскими войсками, фашисты жестоко отыгрались на мирных жителях, уничтожив около 30 тысяч горожан за время управления городом. Освобождение произошло 9 мая 1944 года, когда контроль над городом был полностью восстановлен советскими войсками. За эти 250 дней потери гитлеровцы составили более 300 тысяч человек убитыми и ранеными. Вполне возможно, город является чемпионом по территории бывшего Советского Союза по количеству военных памятников, среди которых к периоду Великой Отечественной войны относятся штурм Сапун-горы, Малахов-курган и другие памятники.